И всем привет, мои котики! Вы на канале Тока Кэт. Сегодня я вам покажу мой будний день. Первым делом... Ну, давайте не будем затягивать и уже поскорее начнем. Короче, мой день начинается с того, что я сплю. Про Кане приходит моя подруга и говорит: «Котик, вставай!» А я ей отвечаю: «Нет, я еще сплю». Она говорит: «Уже?» И включает мой телефон и говорит: «Уже 7 утра!» И говорит: «Тебе уже пора на тренировку!» Я такая отвечаю: «Ой, господи!» И переодеваюсь быстро в мой костюм, чтобы быстро прийти на тренировку. И быстро одеваю вот это, беру телефон. Бегу в ванну умываться. И быстро иду завтракать. Как обычно, на завтрак я себе... Ой, господи. Короче, на завтрак я себе готовлю яичницу. Беру самое попавшееся яйцо на глаза, разбиваю, получается яичница. Быстро ем. И быстро собираю, быстро поднимаюсь наверх и убегаю. Тренировки с Кейтом. Я перепутала тренировки. Браво. Ладно, у нас идет загрузка. И мы идем на тренировки с Кейтом. Надеюсь, это видео Амелия заметит. Ну и видео с Майнкрафтом. Видео закрутилось на Ютуб. Загружается. Ладно. У меня начинаются тренировки в 7 утра. Вот я пришла на тренировки. Быстро сюда иду. А такая: блин, я встаю. Короче, вот если, ну, короче, если в вас сменку, я быстро бегу, потому что тренировки скоро начнется. Если я опоздаю, то у меня будут каранты. Потому что тренировка начнется, меня не пустят в класс. Ну все, короче, когда я вернусь домой, ой. Я своего персонажа. И быстро бегу. Просто офигеваю, бегу. И беру одежду, физкультурку беру. И надеваю быстро мою панаму, чтобы меня не наругал тренер. Надела. И быстро с огромным... ужасом бегу на тренировку. А потом успокаиваюсь чуть-чуть. И быстро поднимаюсь и сваливаю. А сестра за мной, там у нее тоже тренировка. У нас все в классе классные. И просто самая лучшая по катанию. И быстро бегу. Ребята, стоп. Если этот ролик смотрит моя подруга Амелия, то та девочка, которая с самыми странами, это я. Просто я больше люблю скорее. Просто так случилось. Я делала пассажирство, а получилось так, все сделала себя. Класс. Я быстро побежала с сменкой с огромным ужасом.
переодеваться. Тренер меня уже ждал. А я быстро побежал на второй этаж переодеваться. И короче говоря, я забыла сказать, что это второй этаж, на первый. Ну, не нулевой, а первый. Короче, давайте, у меня пошли загрузилось. Загрузилось, ёпта. А чё я в туалете переодеваюсь? Господи. Не смыло. Эх. Ладно. Короче, давайте. Телефон. Где мой шкаф? Не мой. А, ладно, я вспомнила. Ладно, я пошутила. Где мой? Ладно, бар. И почему там чужая сменка? Почему там сменка его? Это мой шкаф. Там должна висеть моя сменка. Такая. А мне, пожалуйста, дай телефон. Переоделась быстро в сменку. Короче, потом я быстро побежала, пока никто не видел. Никто не слышал, я покушала. Короче, я съела шоколадку. И раздала всем сок. И сама оставила себе сок. Короче. А, всё, что-то не придёт. Короче, я быстро побежала на тренировку, потому что мне уже было пофиг. Я всё путалась. Потом я всё поняла. Вот тут у нас хранится еда. Я сложила всё в кучку, где шоколадки у меня было. Накрошенные. И я съела всем. И попила, потому что у меня была своя газировка. И мы быстренько брали свои скейтики, бортики. Короче, мы свои скейтборды брали. Вот такой скейтборд мы брали. И вот такой. А я тут. Типа стояла, никто не шел. А потом пришел тренер, такой сказал: ты что пришла так поздно? А я ей отвечала: я просто проспала. Он сказал: а, Соня за Соня. И потом пришла моя подружка Анюта. Анюта, короче, пришла. Потом, как говорится, пришла. Давайте поищем. Подождите. Встретимся. Как дальше? И последний, шестой. Ух! Короче. Они встали. Я встали с моими друзьями. Мы ждали. Сейчас, секунду. Все, отмыла. И потом тренер нам давал скейтер. У меня был скейтер-бузик.
нее был такой скейт. У нее, говорю. Не, да. Потом у нее был такой вот скейт. Борт. У Амели был скейтборд Риты. А потом у тебя был скейтборд такой, а у тебя был скейтборд такой. Все, все, всех честно. Первое пробовала я. Утренне свой скейтборд спрятала. Короче, первое пробовала я. Я встала. Спустя 2 часа. Так, ребята, и последний у нас. Ой, короче. Так, ребята, всем привет. Так, ребята, я вас там учу, сейчас смотрите. Брррррррба. Спустя 2 часа. Так, и последний у нас участник. И 1, 2, 3. Ю-ху! Умница, все, всем пора домой. Чик-чик-чик. Я быстро отнести свой скейт. Вот. И побежать наверх перед вами. Ну, все было. Самая первая была. Короче, ну не то-то было, я была первая. И я пошла домой самая первая, потому что мне позвонила моя подруга Юля. И меня закрыла, и уже был вечер, потому что я вышла не в 7 утра, на самом деле, а в 12. Потом я переоделась в свой костюм, оставила все вещи тут. Конечно, это забрала костюм, потому что это мой костюм. Собрала все свои вещи. 2 денежки и мой 2 телефон. И пошла, оставлю только сменку. Взяла себе сок попить по вкусной цене. Выбросила обертку и спокойненько пошла домой. Уже было. И потом смотрела. Такая, офигел уже. Уже 18:00. А я потом офигел. Да уже вечер. Уже был вечер. И мы с подругой хотели. И короче, я пошла в бассейн. И потом, подождите, ура, видео на YouTube загрузилось. Короче, сейчас мы заходим на мой канал и смотрим видео про Майнкрафт, как мы строим. Ну, не сейчас, да это видео, то смотрите. Заходим на мой канал и смотрим видео, где я строила крышу в Майнкрафт. Все мои старания. Потом... Я отдала Юле все. Но не Юля, а Амели. Это пусто. А сама пришла уже. Такая, всем здравствуйте. Оплатила все своей ногой. Ладно, шутила. Я оплатила уже заранее. И потом пошла. Спальник был у меня тут. Потом я взяла... Подождите. Потом я переоделась. 1, 2, 3, вуаля, я уже готова. Взяла свои предметы. Так, вот мои очки. Это деньги не мои. Шапочку бы надеть. Шапку, какую бы шапку надеть? Радужную, вот эту. Короче, ладно, шапку я не буду. Ладно, я надела шапку. И, конечно, зажим. И, конечно, я взяла свой зажим. И побежала. И завели
таймер. Как я доплыла? Это было за 4 секунды. Офигеть, это самый настоящий рекорд. А потом уж моя сестра. И как заплыл мой друг. Он поплыл и был очень медленный. Я аж не успела таймер. Спустя 1 час 6 минут. Ты уже час. 17 минут уже. Юху, я доплыл, ура! Ура, я так выиграл. Я сейчас за 2 секунды. Это за 17 минут. Чё? Ага. Это не так. На самом деле я просто плыл так. Я выиграл. Ты не выиграл, а поиграл. Всё, я пошёл отсюда. До свидосика. Смотри. Я уже доплыла давно. 3 секунды. Смотри. Закинь! Да. Смотри. Не первое место, ура! Мне первое место. Я ушла. Все, короче, когда у меня закончились тренировки, я быстро сняла шапочку. Зажим очки. Я пошла в мою переодевалку. Переоделась, что понял, ничего, собачек. Одела это и просто побежала. Пипир. Всем пока. Уже было 9 часов. А за это время я успела много долго сделать, короче. Потом моей подругой пошли в спа-салон. Короче, вот. Вон. Короче, мы пошли в спа-салон. И ху-ху-ху, ля-ля-ля, ху-ху. Короче. Не могу установиться от моего кота. Там приветствовали какая-то тетя. Я пришла, сказала о привете. Они мне сказали, вы куда хотите пройти? А я им ответила, я хочу пройти в тренировочный зал. А мне сказали, проходите вот тут. Потом я села на тренировочку. Потом я вот сюда встала. И бежала. Не было нормально. Всё. Потом я пошла в спа. Мне там сделали. И лежала, мне что-то там делали. Потом мне расчесали. И подарили расческу. Классный спа-салон. Теперь у меня есть новая расческа. Браво! Не выдерни меня. О, господи. Все, посморкалась я. И, короче, и потом, секунду. Короче, знаете что? Потом я приняла себя в спа, расчесала свои волосики, надела
и пошла домой. Уже было 3 часа ночи. Вот думаю, я почти всю ночь не спала. Какой недолгий день. Провела только 20 минут в нем. Господи. Короче, вот у нас загрузка. И кто не знал, вот мой дом. И вот он. Или вот. Короче, это все мои дома. 3 вот этих. Мы обустраивали вот этот дом. Вот этот обустраивали. А вот этот я сама построила. Заходим в этот дом. Ой, не успею показать. Короче. Стопа. Упс. Секунду. Я куда-то зашла в настройки. Ой. Ладно. Сделала. Короче, встретимся, когда все справится. Короче, все справилось. Я ждала почти час. И вот, я пришла. И, ладно, шучу, не почти час. И я уже пришла домой. Довольная вся. Что случилось? Встретимся. Как это случилось? Капец. Господи. Реально. Ну, короче, потом я ложусь. Короче, это просто какой-то трэш. Вот видите? Я тут. Я зашла вот. Я захожу в спальню. Мне моя. Ну как? Она мне как сестра. Убьем ее. Ладно. Я переодеваюсь. И начинаю спать. Всем. И всем пока-пока.